7 000 турецких силовиков окружили авиабазу Инжирлик на юге страны. Все выходы и входы военного объекта заблокированы. По словам министра Турции, по делам ЕС, это обычная проверка безопасности, и поводов для беспокойства нет. При этом газета «Хурриет» передает, что по неподтвержденным данным базу заблокировали из-за слухов о новой попытке государственного переворота. Добавлю, Инжирлик – одна из важнейших для НАТО авиабаз в Турции. Она расположена в провинции Адана.